Всем привет, дамы и господа, а также господа и дамы, даже Арнольд сейчас посмеялся, потому что Томас начал свой летсплей, блядь. Тем не менее, добрый вечер, господа и дамы, еще раз говорю, а также дамы и господа, Томас на связи, нет, Томас на привязи. Продолжаем играть за Арнольда Симпота, у меня появилась неплохая идея с помощью же ваших, друзья, ваших комментариев. Вы написали то, что... Томас, давай ты сделаешь так. Найдешь девушку, но не женишься на ней. Найдешь для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные способности, но... Вы спросите, а в чем заключается но, дамы и господа? А я вам отвечу. В но то, что я брызну свою семенную жидкость в ее вагину. Да, она забеременеет, у меня будет сын, но они не будут жить со мной. Я молодой парень, я горячий, у всех молодых людей бывает, даже у вас. И не говорите, что не было, когда вы трахали тёлку, она беременела, и вы просто не жили со своей семьей. Это нормальная ситуация. Это Russia, made in Russia, motherfucker. Тем не менее, ребята, прежде чем мы это будем делать, у меня даже есть тут одна штучка, очень прикольная, называется награды за свои выполнения заданий, то что, да, задание персонажей, чего он хочет, да, ты получаешь баллы, мы накопили уже 250 баллов, между прочим, мы можем взять зелье кокетливости, тогда девушка нас еще больше полюбит, то есть, ну, зелье работает, и мы ее можем уже склеить в эту ночь, а я на примету взял свою соседку пениса. Пени, ладно, шучу, пени. Именно эта соседка сегодня мне поможет. То есть мой сын, грубо говоря, будет жить напротив, пока я тут живу, да. Он может приходить ко мне, получать леща и уходить, я не знаю, просто... Отец-блогер. И, кстати, у нас же мы там засняли видео, да. Как оно называется? Так, записать... А, вот, просмотреть видеоархив. Так, кастинг невест для моего канала, да. Если что, Арнольд Симпот ищет невест. Что это? Что это, блять, нахуй? Это качество плохое. Че, я тёлкам вообще, что ли, не нравлюсь, блядь? Какого хрена? Так, ладно, выложить ролик. Я не знаю... А, редактировать, блядь, мы же его не редактировали. Так, этим займемся чуть позже. Пойдем уже к соседке. Я, в принципе, человек... спать я не особо хочу, но сексом заниматься люблю, блядь! Так, главное, чтобы ей вообще поздно к ней... А, нахуй ролик, в пизду. В пизду потом домонтируешь, еблан. Ну, нахуй, она сейчас спать еще ляжет, не дай бог. Так, посетить квартиру. Да, посетить квартиру. Я один посещу, блядь. Посещу ее, пожалуй. Так, давай, закругляйся. Ролики потом, братан. Стата падает, похуй, блядь. Иди, баб еби. В конце-то концов. Арнольд Симпот мне напоминает, блядь, дьявольскую мышь. Всегда такая, знаете, разнообразная личность. Тук-тук, я ваш... Потому что эта дама... приходила ко мне часто в гости, а я к ней не могу, что ли, прийти? Еще как могу, постучать в дверь. Арнольд, не стесняйся. О, заходите, блядь, она меня пустила, вау. Ну, она тук... Смотрите, сколько, блядь, этих, блядь, кнопочек. Богато живешь, моя дорогая, блядь. В Баду там уже переписывается, ВКонтакте, в Mail.ru агенте, блядь, с пацанами, с парнишками. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну в твои 28 или сколько ты? Ты еще молодая, может, тебе лет 25. Я не знаю, на ебальник я бы дал бы все 30, но, возможно, даже 25. Но тем не менее, господа, вначале шутка для своих должна залететь. Ну, для своих это для соседей. Ну-ка, шуточка в исполнении Арнольда. Жил, короче, как-то хохол. А, где шутка-то для своих? В чём? Оу. А в чем шутка? Он ее просто объ... я хотел анекдот про хохла рассказать, ну ладно. Малыш, у меня не просто так я ведь тут. Я вначале ёбну зелье, ребята, кокетливости. Но для начала, прежде чем я ёбну зелье кокетливости, мне бы не помешало посрать. Сходить, да? Иными словами, почему, вы знаете, разработчики Симса такие, ну, пунктуальные, типа, культурные, образованные? Почему сходить? Посрать, блядь. Напишите посрать. Я бы тебя натянул, малышка, но денег у меня нету. Да ты бомж, Арнольд, мы знаем. Лучше бы тебя Васей назвали. Типичный нищий русский. Так, давай, иди нахуй, все, заебал. Посри вначале, смотри, у нее тут обувь. Живет красиво, мадемуазель.
Бля, Арнольд, ну не при дамах же, а? Ну не, хотя тебе можно. Ты что, через жопу ссышь, братан, или у тебя понос? Я не знаю просто, почему ты так начал срать, братишка. Так, мадемуазель, сегодня у нас план перехвата, план пикапа женщин, ребята. Вы там тоже лайки понаставьте, а то вы улыбаетесь в чате, а лайков я вас не вижу. Хотя вы улыбайтесь, конечно, в чате, пишите ваши комментарии, да? Они попадают в выпуск, да? Но лайки, о лайках не забывайте. Я все-таки человек серьезный, блядь. Бизнес-вумен, блядь, как-никак. Так, пошла она пока готовить, надеюсь. Нет, она пошла руки мыть, блядь, на кухне, когда у нее есть ванна, и она может помыть, ну ладно. У нигерш свои причуды, да? Для них вода это святое, поэтому не будем, ладно, не будем. Примерим ее лучше обувь, а нельзя, да? Так, ладно. Ладно, Вова. Не, ну, кстати, хата у нее обставлена ни бэ, ни мэ, но прикольно, да? То есть, вначале собраться скорчить рожу. Давайте скорчим рожу, потому что с рожей у нас и так беда, а там может выпрямиться. Так, скорчим рожу сейчас, помоем руки после туалета. Арнольд у нас, кстати, парень культурный. После туалета идет сразу мыть руки. Это не каждой даже даме дано. Опять в своем интернетах, блядь. Ёбаный, сейчас перережу твой там укрнет, блядь. Заебал, ока рожу свою. Давай, Арнольд. Арнольд, прям при тёлке, нахуй. Нормально, нормально, но слишком строго, брат. Так, что насчет зелья кокетливости? Давайте его исполним, так, зелье кокетливости. Всегда за. Вы уверены, что хотите купить зелье кокетливости? На 100%. Сегодня у меня намечается секс не только с бабками старыми, у которых пизда просто уже, ну, чуть дотрагивается до колена. Сегодня у меня секс с молодой женщиной. Хоть и черной, но мы не расисты, мы наоборот. Только за, чтобы люди и черные жили вместе. Это ж ты сейчас пошутил так хуёво? Или нам послышалось? Так, все, ладно. Зелье кокетливости мы купили, оно у нас должно быть в багаже. Вот оно, ребята, выпить. Переместить в мир. Ни в какой мир мы в иной не будем перемещать. Наши прабабки будут нами довольны. Поэтому быстро выпил. Давай, брат, мы в тебя верим. При тебе прям выпиваю, залпом нахуй. За школьников. Хуякс! Охуенно, что тут баллы можно. Да я побольше буду заданий выполнять. Все, ребята, он кокетливый. А теперь смотрите, ребята, стаканчик сама помоешь. Мы люди русские, блядь. Мы привыкли, что за нами бесплатно ухаживают. Нас бесплатно приглашают в рестораны. Особенно девушки любят. Любите? Любите, я знаю. Парень заплатил там 1500 рублей. В столовой вы пообедали, но все равно приятно. Да, не ресторан, но столо. Тем не менее, не мэ, но, как говорится, две бутылки у меня подо мной сейчас пиво-андрика есть, но пить я, естественно, это не буду. На сегодня трезвый стрим. Ой, трезвый видео. Фу, ёбаная в рот! Хуйня! Неважно, в общем, забейте то, что я говорил. Сексапильная поза. Для начала встанем раком. А дальше... О, как же он с собой... Арнольд Симпот, самовлюбленное хуйло. Так, поехали. Смотри. Хуякс, блядь! Хуякс! Нравится. Течет. Или нет? И она сразу в интернете... Она, по-моему, блядь, ей больше нравится, кто там в интернете ей пишет, а не я. Кому? Ты... Я не знаю, вот сейчас кому она скорчила эту рожу? Ему или мне? Ну ладно, не будем. Нам она все равно нужна чисто для ребенка. Поцеловать руку, мадемуазель. Сегодня в стиле Шекспира Арнольд Симпот все-таки уже актер. Вы скажете, Томас, да он всего лишь, блядь, массовка ебаная. Пока что да! Но опять же говорю, карьера всегда растет, не забывайте об этом. Вау, ей пока я нравится. Я тебе так сейчас засуну, ты охуеющий, блядь. Первый поцелуй, вначале нет. Так настоящие мужчины делают, они вначале обнимают девушек. В романтику дарят розу. А вот, ребята, только после этого идет первый поцелуй. Чекайте. Она уже влюбилась. Я же говорю, она как соседка уже намеки давала. О, кокетливый. О, это тебе, моя дорогая. Засунь его куда-то подальше от меня, потому что я хочу смотреть только на твою розочку. Это меня абсолютно не интересует. Дарт Вейдер. Ну, не при детях же, блядь. Вау, моя малышка, я тебя люблю, тебе нравится. Пенни. Арнольд узнал, какими чертами обладает Пенни. Романтик. Я теперь понимаю, почему она клеилась, потому что все-таки обаятельный мужчина. Да, рожа не 10 из 10. Шестерочка, семерочка. Но харизма добавляет еще плюс 3 балла. Того 10 из 10. Или 11, я не знаю. Сейчас математика очень быстро прогрессирует по Фаренгейту. Так. Вау.
Вау, а кроватка-то у тебя удобная, малыш. Сегодня, наверное, я засну прямо на ней. Так, смотри, текущий канал. Ты чё, еблан, блядь? Тебе тёлка уже даёт. Какие нахуй тебе... Вот, смотрите, хочешь быть как чувак, который на плакате сзади? Работай над собой. Работай, дурачок. Спросить, есть ли пара. Это, я знаю, соблазнительно шептаться, ребят. К сексу не так быстро нужно переходить. Да и она мне пока что и не даёт, я так понимаю, да? Обменяемся номерами, хоть живем через квартиру, но это вообще похуй. Давай, брат. Я насрал в твою тарелочку. Будь добра, убери. Так, Xiaomi, блять. Раз, два, три. По-моему, там у нее на телефоне доставка пиццы, а не ее номер. Ты точно не папе Джонс это отправил, а? Ну, тем не менее. Приедет папа Джонс, забеременеет тоже. Тем не менее, это что у него сейчас? Играть в игру «Командное безумие». Слушай, ты командир, блядь, безумие. Ты ебаться-то будешь, нет? Нравятся девчонки, а? Симпатичные. Ой-ой-ой, блядь. Та, ого, блядь. Ого, блядь. Заняться в уху. Нет, моя дорогая. Зачать ребенка. Она ж давно хочет ребенка, но не так быстро. Не так быстро. Какой нахуй стать парой, вы че ебанутый? Только зачать ребенка. Соблазнительно шептаться. Куда пошла моя зайка? Я просто... Так, он пока кокетливый. У него хорошее настроение. Подожди, подожди. А когда, интересно, когда он хочет кушать, сперма хорошо вырабатывается? Нет, потому что еще не залетит нахуй. Надо будет, чтобы хорошее настроение было. Я бы насрал на тебя. Ну ты и так черная. Ой. Ты что, совсем еблан, Арнольд? Вау, вау, вау. Это просто вау! Романтика. Держаться за руки. И после этого, ребят, зачинаем ребенка. Поехали. Самса, говорит. Сам ты как самса. Зачать ребенка. Поехали, ребята! Делаем дело! Начало актерской карьеры. Нужен ребенок, ребята. Нужен ребенок. Давай, малышка, тебе это понравится. Трахнемся! Йоу! Давай, поехали, брат. Ребята, это просто невероятное событие сейчас происходит у меня на экране буквально. Ебать, она прикольно разделась. Вау! Поехали, ребята! Ребеночек! Йоу-йоу-йоу! Это баба Аня! Кейсы рекламируем! Ссылочка в описании, никого не наебам! Йоу-йоу-йоу-йоу, блять! Ебать, они ебутся, нахуй, как кролики. Это отлично, на самом деле, потому что у меня он кокетливый. Пожрем потом, когда проснемся, да? Я не знаю, насколько... Когда мне на работу? Почему тут не пишут безымянный актер? Во сколько мне на работу? Алло! Да... Где посмотреть, во сколько... Алло, бак ебаный? Нет, блядь. Кстати, тут можно купить рестораны. Станьте владельцем бизнеса. Так, спать, ладно, давайте спать потом. Потом посмотрим, тут можно стать розничный магазин иметь или ресторан. Ну, я думаю, для вклада нужно дохуя бабла, блядь, у которых у меня нет. Нет, она вроде все нормально. Вау. Ебать, чуваки. Я сейчас сам не понял, что я сделал. Я, по-моему, реально зачал ребенка. Вау. Это... Фух. Ну... Вау! Вау! Я так могу только прокомментировать данную ситуацию, бро. Так, это круто. Это круто. Пиздец. Ладно, давай, ты что на меня упулилась? Пошла нахер отсюда. А что ты на меня смотришь? Да, я хочу спать, у меня завтра рабочий день, я как-никак будущий процветающий актер. Ты подумал, что я просто ебусь тёлками? Нет, навряд ли. Так, давайте все это быстренько перемотаем, только за комп не садись, я тебя умоляю, блядь! Шлюха ебаная, ты же меня сейчас разбудишь, только там это, блядь, свое Ален Делона не врубай, блядь, на всю громкость. Мне все-таки завтра на работу тоже поимей совесть, блядь. Че, куда она идет вообще, я не понимаю. Все-таки я ей понравился, я говорю, зелье работает просто на ура, ты посмотри, что это за хуйня. Ебать, я думал, у нее телевизор ребит, она какую-то хуйню смотрит. А, смотри, ёб твою мать, нихуя, это новый этот, блядь, God of War, что ли, блядь? Ни хрена, она там в Xbox хуярит. Палит просто все, женщина-геймер. Нет, в принципе, я бы на такой бабе поженился, но так как я будущий актер, и опять же вам всем в чате говорю, в комментариях, да, ну, я все-таки не стримлю, а снимаю ролик, да, как-никак. Эта женщина не, еще раз повторяю, не моего полета. То есть женщина должна быть более статной.
я создал персонажа, то есть наш персонаж, его образ является самовлюбленным. Жениться на простушке нет, но чтобы она забеременела и платила за его учебу, мучилась с ним одна, то да, я не против такого расклада. Все-таки Арнольд Симпот еще и мудаком должен быть. Его характер, он, ну, непредсказуем, неисправим. Да, вы скажете, это может быть даже и не Николай Соболев, а второй Томас, но не будете правы. И я не накачанный, как он, да, я немножечко... В тельце, так скажем. Мой вес сейчас составляет 190 килограмм, и я улыбаюсь, ребята. А моя улыбка до сих пор не сходит с моего лица. Здравствуйте. А я пока сплю. 190 килограмм у меня по Цельсию, не беспокойтесь. Это 70 килограмм нормальных. Ой, 75. Да, я чуть потолстел. Да какая вам разница, какой нахер у меня вес, блядь? Я что, блядь, актер, что ли? Я просто стример и летсплеер. Все, от меня ничего сверхъестественного не ждите. Я сексуальный маньяк в каких-то планах, да? Но я люблю своих подписчиков. За это меня уже стоит уважать. Потому что каждого подписчика... Я целую в лоб... Маленький идет, в лобик поцеловал. Все, на данный момент есть прогресс. Так, ребята, в общем, когда он заснет, я не знаю. Я бесплатно хочу у нее поесть. А, бесплатно, походу, не этот, подать завтрак. Готовить, нет, готовить мы ничего не будем. Я не знаю, когда нам на работу, мы сегодня вообще, блядь, работаем. Почему тут не написано, когда мне нужно на работу? Всегда в Симсе было тут. Вот, смотрите, актер, карьера, Дже. Нажимаем Дже, вот это ебаное. Где, во сколько мне на работу, продуктивность, хорошо. Во сколько мне пиздячить? Тогда было написано в 12 там или еще что-то. Теперь вообще ничего не написано. Алло, где эта хуйня, ребята? Я в настройки не лазил, а ничего не убирал. Какого хрена, блядь? Пятница, 6:44. Может, сегодня у меня выходной, поэтому они не пишут. Я хуй его знает. Во сколько? Ну, наверное, слева этот значок все-таки потом в итоге покажется, да? Так, моя любимая готовит. Надеюсь, она готовит для всех, потому что свои деньги я тратить не хочу. У меня всего 804 доллара. Я, блядь, потратил на два компьютера. Один из них, где я монтирую, типа такой, знаешь, рабочий, да, компьютер, оборудование. Второй просто ПК. Обычный ПК, так поиграть, повеселиться и для гостей сойдет, да. Поэтому я не знаю, что мне сейчас делать. Но женщина, возможно, скоро забеременеет, да, у меня так. Ну-ка, спуститься вниз. Я пока раздетый такой весь. Сколько у меня бодрости, кстати? Бодрости у меня. Я жрать, кстати, хочу просто. Просто пиздец, ребята. Давайте быстренько все это дело перемотаем, чтобы он быстрее проснулся. Она в одну харю, да, сука, сготовила? Ах ты, мразь поганая, блядь. Я так и знал. Какая ты, блядь, у тебя, ты, блядь, блядь, все бабы должны, мужик должен просыпаться и все быть готово. Яишенка. А еще бы, если бы ты меня, блядь, и вообще, блядь, знаете, что бы я хотел в Симсе? Это, наверное, блядь, выплата алиментов. Прикиньте, это же охуенно будет. Ну тогда мне работать придется вообще, блядь, на двух работах. Потому что мой сейчас, финансовый, так сказать, капитал, он нулевой, и зарабатываю я хуёво, блядь. Поэтому, дамы и господа, донатите на стримах Арнольду, и это призыв, а не прикол, блядь. И шучу, конечно. Так, ножи у нее тут клёвые. Ну, кухонку у нее, кстати, тоже пиздец. Если вот для хаты, вот для стримов, да, вот если бы я в такой хате жил, это, в принципе, 7 из 10, да, 6, окей, 6. Чего-то всё-таки не хватает, да. Ну, прикольная хата пожрать, да, но... Ремонт попизже сделать тогда на 7. Пока 6 баллов из 10 я поставил этой хате. В принципе, неплохая, но мне кажется, у меня получше, поуютней. И кровать моя вот идет уже на семерочку. Хоть она не более такая стримерская, но тем не менее, дамы и господа. Так, ты просыпаться будешь, инвалид, блядь? Или у тебя сегодня вообще выходной, я не понимаю, блядь. Я хрен, я хуй его знает. Он, наверное, учится, хуй его знает где, блядь. Так, все. Итак, Эспортс, удивите меня. Пускай мой персонаж проснется. Так, ну и дамочки, конечно, чтобы она не особо в меня влюблялась. Нет, мы уже зачали ребенка, там она еще тройню, блядь, родит. Просто, наверное, предложим массаж. Вот мы должны вести себя как... Ты заебал, блядь, сделай бабе массаж! Вставай, моя дорогая. Сейчас я просто... Ты всю ночь провела за компом. Повернись, повернись, не ссы. Тебе просто требуется массаж. Все-таки тебя как-никак ребеночек. Ну да. Ты моя сладкая. Ладно, давайте, ребят, покушаем что-нибудь. Посмотрим, что у нее там в холодильнике есть. Готовить, 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 готовить. Торт-гамбургер. Ебать, охуеть. Нет, 25 баксов. Ебанулись, что ли, нахуй? Быстро перекусим. Вон, у нее бесплатно можно... О, отлично. Йогурт вообще самое то. Что тут еще есть? Чипсы. О, да, с утра чипсы на голодный желудок вообще самое то. Кстати, я так питался и в реальной жизни. Это было норм. Типа ты с утра с похмелья просыпаешься, что-то вроде пожрать охота. В кафешку неохота идти заказывать, тоже долго жрать. О, смотришь Лейс, блядь. И начинаешь потихоньку его уминать, блядь. Давай. А, блядь.
Простите, нервный срыв во время записи ролика. Давай, брат. По одной чипсинке, по одной, братишка. Я не знаю, походу нам сегодня на работу. Ну, тем не менее, сегодня мы свой план выполнили, ребята. Это уже нас радует. Куси моя, куси. Ты мой хороший. Ты мой классный. Ты мой самый красивый. Ты у меня молодец. Долбоёб одним словом, да, господа и дамы. Все, чипсы закончились. Так, здравствуйте, Арнольд. Мы хотим, чтобы вы вступили в наш образцы совершенства. А тёлок там бесплатных дают. Клуб, в наш клуб. Я вам понравился, может быть. Просто она, может быть, намекает на секс. Я не знаю, что там интересного. Но нет, пожалуй. Хотя прогуляться. Да давай, похуй. А почему и нет. Так, добро пожаловать, мы рады, что вы решили. Сейчас проходит, ну давай. Так, добро пожаловать в клуб образцы. Мы рады, что вы решили вступить в наш клуб. Сейчас проходит собрание клуба, и мы бы хотели, чтобы вы представились. Здравствуйте, Арнольд Симпот, представился, нормально. Мы направляемся в Бад-де-Риль, присоединяйтесь к нам у бассейна, не забудьте купальник. Какой купальник? Я не баба, еблушка, ты, сука, черномазая. Ты вообще тупая, блядь, ты точно не бабе звонишь? Может, конечно, похож сдали, да, на Майли Сарус, но какой купальник? В труханах прыгнул, блядь. Это что, блядь, мой купальник, что ли? Смените одежду, что это за пиздец? Вот мой купальник, блядь. Ебать. Я по сравнению с этим туповатым дрыщом Серхио Ромео, ну может быть потому что он такой, блять, сладкий мальчик, они ему дают, но настоящий мужчина, как вы видите, может и висеть в воздухе. У этой жопы, это что такое, блять? Это что за плоскозадые, блять, у них вообще, что это за школьницы? Это подростки? Подожди, стой. Молодой, ну ладно, это еще не подросток. Подросток, блядь. Подросток. Кого я ебать буду? Сам себя, что ли? Вы на какую, блядь, меня сейчас на 8 лет, блядь, закроют после таких, блядь, собраний. Ебаная Наташа, блядь. Ребята, ну ладно, с ними познакомимся. Мы, наверное, уже в следующей серии. Посмотрим, что тут, а где бассейн, блядь. Это океан, А, вот, кстати, блядь, охуенный, блядь. Ребята, если вы ждете уже с нетерпением новую серию и хоть ебать, старый тонет. Дядя, мы тебе потом поможем. Если вы хотите и ждете уже следующую серию в ближайшее время, просто ставьте лайк, ребята. Это так просто, а с вами был, ребята, Томас. Мужик. А, нет, Томас конец игры. До новых встреч, ребята, и всего вам наилучшего, французский. Пока-пока.